бросил его на пол и потоптался на нем. Всем привет! В этом видео расскажу о системе хранения инструмента Milwaukee Packout. Поехали! Не всегда удается припарковаться рядом с подъездом. И в этом случае эти ящики, конечно, очень выручают, так как имеют большие колеса и способны преодолевать все препятствия на своем пути. Как видите, ящики очень легко преодолевают различные препятствия. И специально для этого видео я подниму эти ящики не на лифте, а по лестнице. Совсем озверел. Черный Абдулла. Ни своих, ни чужих не жалеет. Итак. Нам предстоит подняться на 8-й этаж. Специально для этого видео мы это сделаем. Часто в новостройках бывает такое, что лифты не работают. Или, к примеру, мы работаем в хрущевке на 5-м этаже. То есть, соответственно, тоже приходится поднимать инструменты пешком. Система Packout, так как она имеет большие колеса и удобную ручку широкую, в принципе, это не так сложно. Эти ящики сейчас нагружены, но при этом не так тяжело их поднимать. Вот так вот перекатываясь со ступеньки на ступеньку, мы будем поднимать. Ну что, мы добрались до 7-го этажа. Наш этаж 8-й. Нам остался всего один этаж. Конечно, это не прямо так уж просто. Но даже если подняться без инструмента, то у неподготовленного человека будет какая-то одышка, да? Вот. Но если бы мы поднимали это все на руках, да, а не на колесах, думаю, руки были бы забиты очень. Это было бы намного сложнее сделать. Вот. Ну что, последний рывок, последний этаж. Поехали.
победа. Ну вот, друзья, чудесный вид нам открывается. Поля, леса и горы. Только ради этого вида стоило подняться. Также вид на соседские балконы. Можно посмотреть, чем соседи занимаются. Ну что, поехали в квартиру? Да, кстати, заметьте, расстояние от лифта до квартиры здесь тоже не маленькое. Вот, допустим, если бы мы ехали на лифте, мы вывезли бы здесь ящики, и потом нам бы пришлось пройти определенное расстояние, чтобы добраться до квартиры. Ну вот мы и подошли к квартире. Итак, друзья, начнем наш обзор. Перед вами стандартный набор ящиков ПК. Вот это большой ящик, база с колесами. Это средний и это малый ящик. Изначально я купил себе именно такой набор. Добавок к нему я докупил вот такую вот сумочку, которая тоже является частью системы хранения. Так, она цепляется. Цепляется она вот так вот. В последующем я докупил еще вот такие органайзеры. Сейчас расскажу поподробнее. Так, вот такой вот большой органайзер, глубокий. Вот такой вот средний органайзер, тонкий. И вот таких два тонких органайзера. Половинчатых. Вот так вот они цепляются. Вот, в принципе, обычно я использую вот в таком виде. Очень удобно, допустим, взять половинчатый органайзер и прицепить его к низу этой сумки. Можно пойти на какой-то объект, на доделки. Ну что, давайте расскажу о этих ящиках поподробнее. Давайте начнем сверху вниз. Так, половинчатый органайзер. Сними поближе. Вот здесь обратите внимание, что рукоятка сделана очень удобно. То есть моя довольно-таки большая рука свободно помещается. То есть держать удобно за любую ручку. При этом можно пользоваться органайзерами, не отстегивая их от системы. Даже половинчатые. Эти свободно открываются. Здесь у меня разная расходка по сантехники. Вот так. В органайзере имеются вот такие лотки, которые можно просто вытащить легко. В середине вот такой длинный лоток находится. И
Еще имеются вот такие вот небольшие половинчатые. Здесь можно вставить разделители. Вот они у меня есть, но я ими не пользуюсь. Вот сейчас продемонстрирую, как это выглядит. К примеру, можно сделать вот так вот. Также можно здесь разделить. То есть можно использовать вот в таком виде. Можно использовать вот так. Так, теперь тонкий органайзер. Также можно спокойно открыть, не снимая верхние ящики. То есть, вот видите, он открывается. Немножко начинает мешать ручка, но ручку мы просто опускаем и все. Спокойно открываем органайзер. Вот. Здесь у нас помимо лоточков еще есть пространство в середине, что сюда тоже можно что-то положить. Также большой органайзер точно так же можно открыть. Открываем. Здесь я, кстати, ношу лазерный уровень. Также вот это пространство в серединку помещается паяльник. Здесь уже более глубокие лоски. Так, дальше у нас малый ящик. Его, кстати, тоже можно открыть, не снимая. То есть, видите, ну, конечно, уже не так удобно это. Допустим, если придвинуть к стене и открыть, то, в принципе, можно не снимать и вот что-то быстренько достать. Вот, здесь у нас... По бокам тоже имеются лоточки. Вот такой вот органайзер. Здесь я обычно какие-то сверла храню. Также вот здесь вот такой лоточек. Их можно использовать на самом деле разнообразно. Можно эти лотки убрать, вытащить и положить какие-то другие инструменты. Можно какие-то большие инструменты хранить, например, шуруповерты, зарядки. Продаются для этих ящиков также вкладыши из вспененного материала, вырезанные специально под размер этих ящиков. То есть есть для малого, для среднего, для большого. Вот. И в этих вкладышах можно уже вырезать отверстие под какой-либо вам нужный инструмент. И удобно его перевозить. Ну, я такой функцией не пользуюсь, поэтому не покупал. Ну что, поехали дальше. Смотрите, вот как они удобно снимаются, сейчас покажу. Просто одной рукой. Сними поближе. Вот здесь вот есть защелка такая. Вот стрелочка вверх нарисована. А просто одним пальцем берете, поднимаете и дергаете на себя. Все, ящики сняты. Одной рукой. Я снимаю обычно сразу все органайзеры. Кладу их отдельно. Также... Последующие ящики можно с такой же легкостью снять. Это средний органайзер. Отличительная черта этого органайзера, что у него есть вот такая удобная ручка для переноски. Довольно-таки тяжелый с инструментом. Обратите внимание, какие здесь замки, защелки, как они закрываются.
Все так монументально, уверенно, четко. Открываются они точно так же очень легко. Вот так вот он у нас открывается, да? Но смотрите, есть такая особенность. Когда мы поднимаем ручку, смотрите, замки открыты у нас, при этом крышка у нас не открывается. Опускаем ручку, открывается. Закрываем. Вот такая вот фишка есть. Ну, здесь уже более крупный инструмент лежит. Вот такая переноска идет в комплекте. Ну, здесь уже такое большое пространство для более крупного инструмента. На содержимом не буду подробно останавливаться. Ну и вот эта база. База на колесах. Точно такая же переноска и еще больше места для хранения. Ребра жесткости здесь. Так, какие еще особенности есть? Есть вот такая скоба, она сделана с этой стороны. Также такая скоба есть сзади ящика. Для чего это сделано? Можно, например, нагрузить что-то сверху на ящик и резинками это зацепить. Так, значит, ручка у нас поднимается. То есть сейчас она зафиксирована. Нужно нажать на кнопку и поднять до щелчка. Все, теперь она зафиксирована. Смотрите, казалось бы, она шатается. Кажется, что конструкция такая хлипкая, ненадежная. Но на самом деле за 3 года использования с ней ничего не произошло. Да, смотрите, у большого ящика также имеются по бокам вот такие ручки. Например, когда это очень удобно при погрузке в автомобиль вдвоем. То есть можно один с одной стороны, другой с другой стороны. Вот так берем и грузим. Мы даже их не разбираем. То есть просто берем всю стопку вдвоем, поднимаем и грузим. Очень удобно. Обратите внимание на колеса. Большие колеса здесь очень надежные, выдерживают большую нагрузку. Также вот такая вот здесь подножка специально сделана. То есть вы берете за ручку, ногой нажимаете и наклоняете ящики. Также ящики пока вот можно использовать как стул и стол. Можно на одном сидеть, а на этих что-то делать или кушать. Многофункциональные ящики получаются. Я сейчас вспоминал, когда же все-таки я их приобрел. Я оговорился, что это было около 3 лет назад, но все-таки сейчас вспоминал, и получается, что это уже более 4 лет назад. То есть этим ящикам уже более 4 лет. И за это время потрепался только внешний вид. А вся функциональность, защелки, колеса, ручки, все осталось целое. Поверьте, эти ящики эксплуатировались в очень жестких условиях, в условиях стройки. Мы занимаемся демонтажом, электромонтажом, сантехмонтажом. Без преувеличения могу сказать, что
Milwaukee Pickup являются лучшими ящиками для хранения инструмента, для их транспортировки в условиях, в тяжелых условиях строительной площадки. Я в этом видео я вам продемонстрирую, насколько они прочные и крепкие. Мы переедем их машиной, мы будем на них прыгать и нещадно их эксплуатировать. Обычно инструменты Milwaukee поставляются вот в таких кейсах. Они называются HD-боксы. При этом между собой эти ящики также скрепляются. То есть вот такими боковыми защелками. То есть вот можно 2-3 ящика и скрепить и таскать. Но как же прикрепить их к системе ПК? То есть если просто положить, они будут болтаться. Но есть решение. Milwaukee сделали вот такой вот переходник-адаптер. Этот переходник защелкивается системе ПК и имеет вот такие защелки сбоку, что позволяет закрепить HD-боксы сверху на ящике ПК. И можно собирать их до бесконечности. Можно сверху положить еще ящик. Можно сверху положить еще ящик. Также сверху можно еще ящик. И еще давайте положим. В итоге эта конструкция получилась даже выше меня ростом. При этом это все скреплено. Оно не падает. И при этом это даже можно перевозить. Немножко поддерживая сверху для удобства, мы в принципе спокойно едем. Вот так, друзья. Сними, пожалуйста. Я стою на ручке, на выдвинутой. Мой вес 120 килограмм. Ну все, давай, спускайся. Как бы теперь отсюда слезть? Не навернуться. Опа. Когда я пришел в магазин выбирать ящики для инструмента, знаете, что сделал продавец? Продавец взял вот этот маленький органайзер, бросил его на пол и потоптался на нем. Конечно же, после этого я просто влюбился в них. Когда продавец просто не боясь бросает вот этот ящик на пол,
То есть он уверен в его надежности. То это вызывает уважение и доверие. Этот ящик абсолютно целый. Мы его переезжали уже машиной. Я снимал короткое видео. Сегодня мы тоже переедем его машиной. Покажем вам. Часто на объектах эти ящики я использую вместо стремянки. То есть просто вот и все. Я уже имею доступ к потолку. При этом здесь можно хоть танцевать, хоть прыгать. Я этого не боюсь делать. Да, друзья, эти ящики надежные, можно прыгать на них, ничего им не будет. С этими ящиками ты очень мобилен. Не нужно с собой брать стремянки, еще что-то. Если тебе нужно приехать на какой-то объект, так что-то быстро сделать и уехать. Если нужно добраться куда-то высоко, просто залез на ящики и все. То есть, пожалуйста, вот можно еще сверху положить. Уже можно добраться спокойно до высоты 3 метров. Я полностью доволен этой системой хранения. И просто поделился с вами своим опытом. И хочется рассказывать об этом. Это не какой-то проплачен. Мне за это никто не платит. Тем более подписчиков на канале пока что очень мало. Поэтому навряд ли кто-то за это заплатит. Просто рассказываю свой опыт использования. Также хочется добавить, что к этой системе есть множество дополнений. Есть разнообразные рюкзаки, сумки. Сторонние компании производят даже вкладыши в органайзер, держатели для бит. Можно приспособить держатель для уровня и так далее. Есть, кстати, другая база для этих ящиков. Есть телега другая. Я, кстати, хочу ее приобрести. Есть и другие органайзеры, есть другие ящики. Есть ящики с выдвижными полками. Очень удобно, кстати. Я тоже планирую приобрести их. Можно использовать как стеллаж. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду очень благодарен. Буду дальше для вас запиливать обзоры инструмента. У нас его очень много. Будем обозревать, показывать честно, непредвзято. Всем пока. Ну что, сейчас попробуем переехать. Малый ящик. Не знаю, хватит ли у меня высоты подвески. Вот если что, если не получится, то тогда переедем органайзер. Пробуем. Не получается у нас переехать. Малый ящик, давайте переедем тогда органайзер. Наехали на органайзер. Вроде целый. А если вот так сделать?
Лазер цел и невредим, как видите. Но а большой ящик у нас не хватило подвески переехать. Так что извиняюсь. Мы пытались, честно.